كتاب سيهي за окно бушует месяц май. Нет, пока еще не май, 22 апреля, а поутру мы проснулись. На следующий день, после второго тура голосования. Так пробило на... Ну, вы сами видите. Так вчера переживали, пробило на еду. Слегка перекусить. Перекусить, слегка перекусить. Простите, друзья, что я не в Вене кофе пью, а в Дубае. Ну, так уж получилось, извините. А что, он здесь... Нет, здесь вкуснее, кофе, что ли? Нет, здесь вкуснее. Здесь вкуснее? Здесь вкуснее? Арабский, да. Дорогие друзья, мы обещали вам показать, ну, вернее, уже вам показали то, что было до, и теперь то, что после. Обслуживающий персонал настолько шустрый, что не дает возможности продемонстрировать все. Тут же выхватывают из-под рук и уносят. Да. Кто это там стонет-то? Да. Можем повторить. Не забудем, не простим. Угу. И можем повторить. Легкий перекус. Ага. Запасы на зиму? Да. Вот она, белочка, куда свои орешки спрятала. Какое дупло. Опа. А где все? А где эта гора? Все спрятано в закрома. Не понял. А где все? Запасы на зиму. Ну, пользуясь случаем, мы можем повторить. You want another one, sir? No, thank you. Или будешь еще? Он спросил, надо повторить? Да. One more? Да. Еще раз? Еще раз повторим. Можем повторить. Но пока не будем, потому что это чревато. Может, что-то треснули. Не только морда. 23 этаж. Ну, это по их, по нашему, наверное, 50. Там бассейн, парковки, страны. Ну и так далее. Впечатляет, дорогие друзья? Yeah.
сколько там... Тут найт хлопнули ночью, нажрались. Там снимать нельзя было, тут сразу на входе стоит. Вот такой вот, как 4 меня мне. Кто афроамериканец? Вот. Вот такой вот. И все, ни камеру, ничего нельзя пронести сразу. Поэтому снимать нельзя. А ты вчера здесь отжигал? Я наелся. Наелся хлоп. Так, подожди, пошли пойдемся через... Через что? Через... Спортзал? Спортзал, да. Фитнес-клуб. Там никто не бегает? Нет. Никого мы не... Зненацька не застанем в непроглядном виде. Покажи, какие тренажеры, какие дорожки. Сейчас мы начнем с напитку. Да, а я пока попью лимонного сока. О, яблочки занесли свежие. Яблочко будет зеленое или красное? Это не бутафория. Да ну, не гони. Вкладываются огромные деньги, дорогие друзья, которые вложены в стоимость путевки. Для того, чтобы мы поддерживали с вами свою спортивную форму, для того, чтобы мы занимались своим здоровьем, думали в первую очередь. А нам всем на свое здоровье, похоже, наплевают. Ну вы видите, да? Вы здесь кого-то видите? Ну вот. Яркая демонстрация справедливости моих слов. Ну ты там уже напился, наелся. Ну да, яблочко будет? Пошли уже дальше. А? Нет, не хочу. А я выйду. Если захочу, так я зайду сюда и возьму. Зачем их набирать? Там на жаре оно попечется. Да. Продолжаем наш поход. Ну я предлагал яблочки молодильные. Поздно. Фитнесе. Ты отказался? Так, открываю, там мне руки заняты. Так, это, друзья, что у нас? Steam Room. Steam House? Сейчас запотеет. Вот непонятно, почему она включена, и никого тут нет. И никого нет. И так молотит круглые сутки. То, ну, это ж прикрути. Сауна, то баня. Прикрути, закрути. То турецкая была. Чувствуете этот запах, да? О, боже. А, березовые. Дубовые. Сауна. Березовые венчики. Мы никого там не застанем в непроглядном виде. Посмотри на это Илон Маск, видно, разрабатывал. Сейчас. В каждом душевом отделении вот такой вот дозатор. Разработка Илона Маска. Специальные космические смыватели писсуара. Они зашляются просто какой-то невероятной роскоши. Вот зачем так сложно все? И в желании понравиться и показать, что они умеют. Два вида жидкого мыла, белое, розовое. Ну, друзья, мне скажу сразу, нравится, мне нравится микс. То есть две порции этого, одна порция этого. Получается идеальный запах. А что это за две трещины такие? Трещины. По всей длине. Два вида салфеток. Еще и сушилка. Кому что? Я? Туалет? Блин, я же помаха не спер. Ой, смотри, еще и бумаги сколько, еще своей донесли. Да. Это
Ну ладно, туалет. А зачем тут подлинники Пикассо, я не знаю. И это все выглядит как... Да. И это, дорогие друзья, все выглядит как? Так. Хо-хо над всеми нами. Они просто смеются. Не вижу хо-хо. Хо-хо крупным планом. Хорошо, что буквально еще не добавили. Наши зрители заценили твою шутку, оценили твой юмор. Пошли, выходим. Выходим. Мы тоже пошли по кругу.